Организаторы акции говорят, из 10 обратившихся у 7-8 есть проблемы со здоровьем. Таким пациентам рекомендуют обратиться к узким специалистам. Отметим, люди наглядно на муляжах могут убедиться, к каким последствиям приводит неправильный образ жизни и вредные привычки, к примеру, курение или злоупотребление алкоголем. Мы рекомендуем людям правильное питание. Мы рекомендуем людям заниматься физической культурой, делать утреннюю гимнастику, вот, и выбрать здоровый образ жизни. Бесплатное обследование может пройти любой желающий до 15 часов дня. Добавим, акция проходит в рамках совещания правительства края, посвященного развитию профилактической медицины. О его решениях в вечернем выпуске.